Всем привет! На этот раз я решил записать видео в другой локации с хорошим звуком. Подготовился, взял конденсаторный микрофон. Посмотрим, что из этого получится. Первым делом хотелось бы выразить огромную благодарность Юрию Немцу из нашего моноколесного чата города Новосибирска. Он мне подсказал хорошую идею устранения скрипа педали. Где-то примерно месяц, а то и даже более, меня эта проблема сильно раздражала. Собственно, когда я, на колесо становлюсь и перемещаю ноги в процессе езды, появлялся характерный неприятный металлический призвук. Юрий мне посоветовал, смазать это дело какой-нибудь консистентной смазкой, литолом или чем-то подобным. У меня оказалось, в прошлом году заказывал для ремонта самоката, я заказывал хорошую швейцарскую смазку, и это мне помогло. Вот я это, промазал это все сделал как надо, и решил эту проблему. Скрип прекратился, и все нормально, все меня устраивает. Далее, что я еще сделал? Так и так пришлось ремонтировать колесо, я еще заодно подпилил крышку. У меня тут такой небольшой колхоз, кто уже видел прошлое видео, я использую велосипедную камеру. Вот можно видеть прекрасно, что у меня обычный прямой ниппель велосипедный. И так как он вот так вот выступает и не загибается вдоль обода, я просто ничего другого не придумал, как вот отпилить вот этот кусок крышки. Ну и в принципе все нормально стало. Я теперь могу спокойно подобраться своим портативным насосом Xiaomi и спокойно накачать. Вот, в принципе, вот это у меня уже все, больше мне никаких больше у меня новостей нет. Засим. Пока.